мне посчастливилось работать с такими людьми, как Людмила Гурченко, потому что чем она интересна еще помимо яркой внешности, помимо тонкой талии, помимо таланта? Тем, что она связывает с собой три эпохи. Она своими фарфоровыми ножками она перешагнула в 21 век, а ее платье, образно говоря, тянется шлейфом, проходит сквозь 20-й, сквозь оттепель, сквозь перестройку, сквозь войну и уходит в 19-й. Ее любовью к рюшкам, к оборкам, к лентам. И опять-таки, образно говоря, мы с ней поклоняемся одним и тем же богам в моде.